Специальное предложение дня. Изумительная, восхитительная цепь Вирджиния. Встречайте, она на ваших экранах. Правильнее даже сказать, что это не просто цепь, это цепь-колье по уникальной низкой цене, актуальной только сегодня. 999 рублей за длину 40 сантиметров. Канал Шоп-н-Шоу следует своим традициям и всегда предлагает вам альтернативы. Выбирайте свою длину от 40 до 70 сантиметров включительно. Изумительное предложение от нашего канала. Цепь выглядит как золотая, как чистое золото, сияет всеми лучами, как будто бы она сплетена из солнца. Это серебро, покрытое золотом, то есть в этой цепи сразу два драгоценных металла. Вот такое изумительное предложение вы от нас получаете. Посмотрите на эти благородные переливы. Очень напоминает старинные украшения. У меня сразу ассоциация с египетскими царицами. Уверена, если вы смотрели старинные фильмы на эту тематику, если вы видели портреты египетских цариц, вы вспоминаете, какие у них роскошные были цепи, колье на шее, именно вот такой ширины, такого дизайна, который выглядит как колье. Супер предложение нашего канала, это предложение действует только сегодня, цена актуальна только на заказы, которые оформлены сегодня. 999 рублей за длину 40 сантиметров, как я уже сказала, и буду часто об этом говорить и это повторять. У нас есть варианты длины от 40 до 70 сантиметров. Цепь абсолютно невозможно отличить от золота, согласитесь, визуально она один в один золотая, потому что здесь два драгоценных металла, это очень важный момент. Золочение – это покрытие, в данном случае серебра, золотом. Это не что-то похожее на золото, это золото. То есть два драгоценных металла по цене одного. Но и это еще не все, это очень надежное покрытие, тоже очень важный момент. Дело в том, что это метод гальванопластики, когда идет покрытие серебряного украшения золотом в солевом растворе под воздействием тока. В итоге вы получаете те частицы, буквально ионы, те частицы, которые проникают в серебро, и, соответственно, у вас получается украшение, покрытое золотом, которое просто уже неотделимо от серебра, то есть они уже единое целое, поэтому это очень надежное покрытие. Продолжим разговор о надежности. Обратите внимание на застежку. Это карабин. Его еще называют ювелиры попугайчик. Чем-то действительно на попугая похож. Очень надежная застежка, которая фиксирует данную цепочку на вашей шее. Посмотрите, очень отчетливо видна проба. Это ювелирное изделие, это не бижутерия, поэтому все отметки необходимые имеются в наличии. Каждое украшение, которое попадает в наш эфир, проходит пробирную палату Российской Федерации, надзорную инспекцию пробирной палаты Российской Федерации. Ну, а теперь самые внимательные наверняка уже задают вопрос. Так, подождите, цепь представлена в двух модификациях. Обратите внимание, у меня есть идеально глянцевая, такая с зеркальной поверхностью цепочка, и цепочка с орнаментом, с замысловатым интересным рисунком. Дело в том, что это одна и та же цепь. Да, цепь Вирджиния, это цепь-колье, это цепь-находка. Посмотрите, легким движением руки я переворачиваю цепочку, вы видите, это одна и та же цепь. Это одно и то же ювелирное изделие, которое имеет вот такую интереснейшую структуру, одно и то же украшение, которое имеет двойное оформление. С разных сторон цепь выглядит по-разному, а значит, вы получаете сразу два украшения по цене одного. Ну и напоминаю, что цена сегодня уникальная, 999 рублей за цепь-колье Вирджиния длиной 40 сантиметров. Количество товара ограничено, цепь действует только сегодня. Варианты длины от 40 до 70 сантиметров. Успейте забрать из эфира, скидка почти в два раза больше, чем цена. Посмотрите, пожалуйста, как хорошо эта цепь смотрится и на брюнетке. Вы видели на нашей блондинке модели, а сейчас мы демонстрируем вам брюнетку. Замечательное сочетание. Цепь подходит женщине любого возраста, независимо от цвета волос, независимо от типажа. И я, безусловно, как ваш личный ювелирный стилист, рекомендую эту цепь носить не
не в гордом одиночестве, а в виде каскада. А еще хорошо, она сочетается с кулоном. Обратите внимание на нашу неотразимую Татьяну. И между прочим, кулоны у нас в эфире еще появятся. Этот кулон называется «Осенняя капля». Крупный, блистательный фианит. Сочетание с цепью идеальное. Все уже доступно для заказа в колл-центре. Сделайте свой звонок и заберите из эфира. Обратите, пожалуйста, внимание на ширину этого украшения. Сейчас мы вместе измерим. Здесь точно есть 4 миллиметра. Вот, собственно, ширина и дает мне право называть эту цепочку колье. Она достаточно широкая, чтобы ее носить как самостоятельное украшение. При этом она достаточно изящная, чтобы сочетать с кулоном. Это плетение называется плоский снейк, то есть плоская змейка. Если вы вглядитесь, ощущение, как будто бы действительно цепочку снейк вот так вот прижали, придавили. И таким образом она стала плоской. Знаете, в чем прелесть именно такого плетения плоского снейка? Вы получаете идеальную анатомическую посадку. Эта цепочка буквально каждую линию вашего тела повторяет. Эта цепочка ложится по каждому изгибу вашего тела, идеально повторяет ключицы. Я обожаю такие украшения, они как будто бы струятся по телу. Изумительный, фантастический блеск, супер предложение, которое сегодня вы получаете от нашего канала. Но это еще не все. Мы останавливаться сегодня на достигнутом не будем. Если вы внимательно смотрели начало эфира, вы уже в курсе, что у нас еще в рубрике действует бесплатная доставка заказов на сумму от 2990 рублей. То есть вам достаточно оформить ювелирный заказ на такую сумму, чтобы доставка его для вас ничего не стоила. Доставку оплатит канал Shop & Show. Вот такое идеальное предложение. Пока оно еще в силе, оно действует. Вообще оно действует весь день сегодня, но по опыту своему точно могу сказать, что специальное предложение у нас очень быстро заканчивается, потому что количество его ограничено, оно очень востребовано. Еще раз, для тех, кто только что к нам присоединился, я сообщу, для тех, кто с нами уже, я повторю. Это цепь из серебра 925 пробы, и мы отчетливо вот здесь видим пробу, пожалуйста, на кольце рядом с замочком. Она покрыта золотом, это метод гальванопластики. Это очень надежный метод, когда покрывается ионами золота, серебро в солевом растворе под действием тока. Это сделано для того, чтобы покрытие было максимально надежным, чтобы позолота оставалась всегда на месте. То есть получается, что золочение становится частью серебра, поэтому украшение всегда сохраняет свой первозданный блистательный вид. Внимание, это украшение двустороннее. Вы сейчас видите одну и ту же цепь. И я хочу сейчас вам продемонстрировать еще раз, как легко и просто даже сами на себе вы сможете перевернуть цепочку, поменяв свой образ. Знаете, это, конечно же, настоящая находка. Допустим, пришли вы на работу утром вот в такой цепочке с орнаментом, она более сдержанного блеска, а вечером вы собираетесь с друзьями, с подругами, с родственниками на какое-нибудь мероприятие. Перевернули цепь и готовы блистать. Забирайте сразу несколько, цена уникальная, это специальное предложение дня. Только сегодня цепь Вирджиния от 999 рублей.